Привет, YouTube, привет. Вот продолжаю тему маленьких полезностей. Вот когда работаешь, вот, хочется с собой все, так сказать, чтобы рядом было под рукой. Доработал вот так. Это магнитики здесь такие от присосок, вернее, от на холодильнике магнитики, которые делают, вот магнитные подложки. Вот удобно, да? Даже если он наклоняет или там колотишь по капоту, допустим, или что-то. Это ничего не отскакивает. Ну и вот, продолжая эту тему, что-то вот такое в голову тоже пришло. Допустим, когда насадки приходится менять, чтобы не бегать, допустим. Вот опять же такой же наборчик сочинил. Вот берешь элементарненько, раз, накрутил насадочку, такую, такую. Там надо просверлить. Вот, сверлышко для начала там зайти. Вот. И вот такой наборчик можно сочинить. Вот, так сказать, это идея, концепция. У кого-то что-то созреет новое, интересное. Вот, прошу делиться. Вот я делюсь такой небольшой идеей, что вот здесь вот опять же магнитная такая, пластик какой-то магнитный условно. Вот, он держится даже под наклоном. Вот на поверхности, на металлической. Естественно, будет алюминий, он держаться не будет. Вот такая вот маленькая вот кинозарисовочка сочинилась. Все, всем удачи, пока-пока.